Здорово всем, друзья, с вами DVPlay, на этот раз у нас хоррор игра под названием House 314. Дорогой наш подписчик, Саша Гошка, написал мне, короче, в телеграм-канале, что там есть игра такая, вышла недавно, называется House, ну, дом 314, если перевести на русский язык. И, короче, меня уже, так скажем, уже не нагнетает атмосфера этой игры, как только запустил, сразу вот это, то, что вы сейчас видите. Короче, это Саша у нас эксперт по подобным играм. Куда звук пропал? А, сейчас все, по новой пошло. Эксперт по подобным играм, по сурвайвалам, по, короче, хоррорам и всему остальному. Поэтому думаю, что фигню нам не посоветовал. Давайте смотреть. Приятного всем просмотра. Поехали, ребят. Поехали, посмотрим, что здесь будет. И да, кстати, хочу подметить то, что это у нас выживальщик, да? Выживальная игра. Это у нас еще и ужас, да, хоррор. Это еще у нас и FPS. Ну, означает, что от первого лица шутер. Короче, здесь перемешку сразу несколько у нас, как вы понимаете, жанров, да, так скажем, игры. Давайте посмотрим, как это все совмещается вместе. Так, открыть. Так, красные коридоры. Это что, типа мы во сне видим, да, или что это такое? Двигающиеся стенки, как в этом Silent Hill The Room, да? Кто такой играл, кто такой видел, то в курсе. Кто не видел, то слабонервным лучше не смотреть. Потому что там очень страшно. Да, во сне, ребят, иди, как я угадал. Вот тут. Вот, скажите, да, молодец или нет? Напишите комментарий. Ну и кошмар приснился. Ну да. Блять, конечно, если у тебя такие картины висят на стене, то, блин, неудивительно, что тебе еще и такие сны снятся. Погоди-ка, это не мой дом, где я? Ну, блин, надо было немного закусывать, наверное, да, вчера? А то ты уже, видишь, уже проснулся, уже не у себя дома. Скорость обзора. Попробуйте повращать обзор. Давайте попробуем. Хочется, когда я первый раз в телефон в руки взял, меня вот этому обучают. Этим ползунком вы можете отрегулировать скорость обзора. Завершить настройку. А как мне понять? Давайте чуть-чуть прибавим, хорошо. А, можно. О, ничего себе, круто, смотрите, как хорошо, да? Сразу в начале игры нам, блин, все условия дают, чтобы мы смогли настроить себе там все, что мы хотим. В принципе, да даже по максимуму. Не, по максимуму сильно резко. Вот так вроде неплохо. Все-таки здесь хоррор игра, надо будет резко, так скажем, поворачиваться и бежать. То надо чуть поскорее, чтобы все это было. Вы всегда можете изменить скорость настройки игры. Спасибо. Автосохранение игры выполнено. Вот еще и автосохранение. Да, жуткая картина, конечно. В этой картине мне не по себе. Согласен, согласен. Так, такая тишина. Прям непривычная. О, наверное, какая-то сейчас скример будет по-любому. Вот, по-любому какой-то скример нас сейчас ожидает. Да, где-то вот за дверью, например, да, вот. Даже стук дверей пугает. Так, жуткое, конечно, место. Ничего не пойму. Что это за место? Эй, здесь кто-нибудь есть? Я бы на твоем месте потише был бы. О, музяка появился. Блин, дайте хоть какое-то оружие мне, да? Хоть какое-нибудь оружие там, не знаю. Хоть топор, хоть молоточек какой-то. А то, блин. Что-то оно, короче. Странно, ощущение, как будто дверь закрыта с другой стороны. Кстати, приятно, что тут еще есть перевод. Это очень хорошо. Дверь закрыта на замок. Да, без оружия как-то, да, не особо смело, да, себе чувствую, так скажем. Не особо спокойно. Блин, представьте, если вы так проснулись вообще, да, в какой-то, не знаю, то ли квартира, то ли дом какой-то, да. И вот такая тишина и пустота, блин, и такие большие просторные залы и все остальное, оно еще больше нагнетает. Треснувшая стена. Ударить по стене, но у меня молотка нету. Но нужен молоток. То есть ничего себе, тут еще есть элементы квеста, да, типа всякие головоломки решать, наверное, будет надо. Не только типа рубиться со всякими ужастиками. Так. Я так понял, сюда нам пока еще рано, нам надо найти. Так, вышли мы уже из той ванны, и что-то он рачил свою руку придерживать. Да, молот и кувалду, короче, нам надо найти, или кувалду, чтобы разбить ту стену. Невыносимо болит рука, нужно побыстрее найти выход отсюда. Ну, я, может, не так лежал,
отлежал свою руку. Прямо у тебя болит. Так, это понятно. Дверь закрытая на цепочке. Так, осмотреть. Интересно, кому понадобилось закрыть эту дверь? На самом деле. То есть тебя не смущает, что ты какой-то, в принципе, в странном помещении появился, вообще не дома у себя. А то, что заперта дверь, вот, да, тебе засмутило. Ну, ладно, допустим. Так, тут дверь, наверное, пока не будем. А ну-ка, можно смотреть окно. Странно, но за окном ничего не видно. Скорее всего, дом, наверное, если квартира была, по идее, должны были какие-то лампы там светиться, да? Соседние здания должны были быть видны. Телевизор не включается. Надеюсь, музыка меня не перекрикивает. Вроде как не должно. Так, что это такое? Вот письмо, осмотреть. Я сейчас не хочу есть, а ты хоть знаешь, что там внутри, блин? Может, там вообще ничего съедобного нету? А что, бывает, что в играх, типа, заходишь, а там открываешь холодильник, а там может лежать какой-то ключ, да? Или что-то в этом роде. А он сразу говорит, не хочу есть. Откуда ты знаешь, что там внутри? Так, смотреть. А, то же самое пишет. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за записка. Ну-ка, прочесть. Домашняя записка. В бездомной тьме... А, бездомной, да. В бездомной тьме, где время теряет свое значение, существует место, что суть которого окутана мраком загадок. Здесь, среди призраков, забытых воспоминаний и пристального наблюдения, искатель обречен искать три ключа. Вот один из них можешь в холодильнике, как только что я говорил. Каждая находка которых это легкий штрих в картине внутренней души. И хотя ключей всего три, на пути у искателя будет на одну дверь больше. Каждая дверь является своеобразным сегментом преодоления пути. Лишь пройдя через все двери, будет обретена последняя истина. В этом пространстве, где каждое движение пульсирует в унисон с вечностью, искатель сознает, что ключи и двери не лишь предметы, а эссенция его самопознания. Все заумно, конечно. Ну, я понял, типа, какие-то ключи будем искать, и это будут какие-то этапы прохождения и так далее, да? Все прочитанные вами текстовые документы будут находиться в разделе документы. Это хорошо. Давай так нажмем, чтобы оно не мигало. Так. Жуткая картина. То есть, здесь человеческая рука, а здесь рука какого-то мутанта, да? Зомбаря, наверное, какого-то. Так, в принципе, там понятно, тут понятно. А что у нас тут, кстати? Похоже, телефон не работает. Может, если что-то где-то лежит? Может быть. Там мы поняли, там никак сейчас. Так, осмотреть. О, дверь открылась. Музыка пропадает резко аж. О, кстати, куалда. А я могу ей как оружием пользоваться, пожалуйста? Скажите да. Отключение всей рекламы. Нет, не надо. И, кстати, дешево стоит. Можно было бы приобрести. Ну, все зависит от вашей активности. Если я замечу, что вы хотите дальше прохождение и все остальное, то обязательно можно будет даже и приобрести это все дело. Так. Ради вас мне ничего не жалко, ребят. Так. А ну-ка. Кто-то стучался сейчас? Кто-то сейчас стучался? Или мне послышалось? Так, куалду мы нашли. Наверное, сейчас не забывайте сохранять игру. А ну-ка. Сохранить, хорошо. Слот пустой, хорошо. Это же неспроста нам сказали, наверное, сейчас, да? Что сохранять игру. Сейчас по-любому, сейчас какой-то будет прям... Какая-то жопа будет. Так, я не могу, да, экипировать это вот это. Куалда. Просто вот написано куалда, инвентарь. Ладно, поехали. Так он же ж не работал. Ладно. Подходим вот так. Так. За фигня. А, сквозь нас, короче, тень, видите, проходит. Ладно, так будем спину, будем задницу свою прикрывать, чтобы сзади никто не подошел и не сделал что-то нам плохого, да? Вот я тебе говорю, не становись спиной, пожалуйста. Вот если возьми, блин, а тут никак, да? Надо именно стать вот так. Оп. Ответь на звонок. Ладно. Я уже переигрываю, так скажем. Не, на самом деле, неприятно, знаете, так.
чуточку сыкотно. Женский плач. Так, сейчас стопудово, сейчас какая-то хрень, какая-то ересь сейчас появится, да? И надо будет от нее убегать. А вроде нет, ребят. Понял. Ну пошли тогда. Может, она в туалете застряла, в унитазе. Ее надо сейчас будет, вот типа соседка, поняли? Позвонила, типа ныет. Не может ничего сказать, типа объяснить, что именно там произошло. А мы сейчас будем ее спасать. Еще раз ударить. Еще раз ударяю. Кувалда поломалась. Палку оставь, там будешь ее штрикать по всяких там. А может просто у меня наушники, поняли? А когда стукается обо что-то, они начинают мне шум отдавать в ухо. Вот и провода. Проводочки. Говнючки. Так, а ну-ка, осмотреть лифт. Нажать на кнопку. Так, подожди, а что тут лифт делает, да? Его вообще не смущает, то есть. Ты его смутило, что там смутило? Что дверь на цепочке закрыта, а то, что лифт, блядь, через стену, то, блядь, нормально. О, мы попали на концерт. Давай споем песню. Микрофон. Узнай это место, это же театр в торговом центре. Как давно я тут не был. Мне кажется, это что-то типа продолжение сна, да? Ну да, чем-то, знаете, вот эта музыка напоминает атмосферу Silent Hill. Не, ну классно, классно, как минимум для телефона, чтобы вот так было все, очень круто. Пользуйся картой, чтобы ориентироваться на местности. Ну да, ну стопудово, наверное, разрабы именно любители данного произведения, так скажем, Silent Hill, потому что, видите, прям очень схоже. Даже карты такие же. Комнаты, сколько ж тут офигеть всего. Не бы оружие, конечно, я поспокойнее бы себя чувствовал, на самом деле. Так, найдите ключ от выхода в гримерной комнате. Ага, нам подсказки дают, это уже хорошо. Но я просто все равно думаю, не забывайте сохранить игру. Давайте хорошо сохранимся. Прикольно, когда паузу нажимаешь, музыка как будто из радио звучит. Вот, я же говорю, здесь что-то есть. Аптечка, хорошо. Обезболивающие таблетки взять. Я же говорил, здесь что-то есть. Лутать надо, лутать как можно больше, особенно в таких страшных играх. Надо, потому что... Тут бывают часто моменты не от криворукости, а реально, может что-то напугать, что ты тупо теряешься, и тебя начинают, короче, лупашить так нормально. Так, давайте чуть-чуть потише, чуть-чуть. Это мне кажется, что мне музыка перебивает мой голос в видео. Может, я ошибаюсь, не знаю, но... Такая у меня чуйка подсказывает. Так, там лестница вверх. Вот, наверное, гримерная вот здесь, да, будет? Вот здесь. Так, музыка пропадает сразу. Взять. Микрофонная стойка. Так, оружие, наконец-то. Микрофонная стойка. Да. Что это за фигня? Господи, что это такое? Типа поделенные на части, я какая-то тварь. А, вот еще и голова ее, смотрите. Вот еще и голова. Значит, сейчас будем биться, сейчас будем пиздиться с всякими зомбарями, или как эта фигня называется. Так. А микрофон не хочешь к стойке? Так, будешь стрим вести, так скажем, пиздить монстров и стрим вести. Ключ отхода в театр. Все, ключ мы нашли. Обычно в таких моментах начинает всякая дичь происходить. То есть сразу такой взял, оп, смотрел, оп. Может, с потолка еще кто-то полезет. Так, вроде как все. Ну, пистолет тут явно не будет, так что только начало игры. Да там никого нету. А ну, может... Сохранение игры. Помимо автосохранения, вы можете самостоятельно... Да, научи меня сохраняться. Подтвердить. Ну тут явно прям нам сообщают, чтобы мы сохранялись почаще, потому что здесь будет какая-то фигня твориться. Причем жесткая. Так. Тут у нас типа есть два выхода, и с этой стороны, и с этой стороны. Да, я правильно понял? Давайте посмотрим на карту. Да.
Давайте в сторону, знаете, куда пойдем? Давайте в сторону, вот в эту пойдем. Там как бы меньше такого чувства, что пространство там, да, а там больше всяких. А, ну хорошо, понятно. Значит, все-таки лучше оттуда. Ну, с удовольствием, хорошо. В таких играх, знаете, что прикольно, что когда ты вот и там понял, что закрыта дверь, тебе уже спокойно. А бывает такое, что ты идешь туда, там открылось, а потом ты сидишь, думаешь, блин, а там же еще дверь была, и что с ней делать, как это, ну, возвращаться или не возвращаться. Да, теперь мы точно знаем, что... О, смотри, это ты, зритель, который смотришь мое видео. Вот так, да? Значит, а ну-ка. Ну, блин, смотри сюда. Так. Выглядит вместительным. Думаю, я смогу хранить здесь вещи. А, вот это уже элемент из Resident Evil. Так. А ну-ка. Отмычки взяли. Хорошо, пригодятся. Блин, реально напрягает эта тишина. Потому что она именно появляется, то музыка, то потом пропадает она. Так, а ну-ка посмотрим, что у нас по карте тут. Ага, вниз. То есть везде, куда мы пойдем, оттуда вы еще есть куда-то проход, да? Давайте в кафе пойдем, может быть, там что-то будет интересное. Ого! Началось, ребята, началось. Вот эта падла, да, была расчленена на несколько частей. Оп! Вот зараза, а смотри еще. Так, пока только он согрелся, да? И... Капец, какая она живучая, а? Так, поехали дальше. Так, это тень его? А, нет, просто он черный какой-то мне показался весь. Так, отбегаем, отбегаем. Оп. Мы как мастер, как профессионал сейчас будем уворачиваться от его вот этого языка сраного, длинного. Так. Все. Победили. Мы победили. Так, смотреть. Сейф. Отмычки у нас есть. Вам потребуется одна отмычка. Ребят, то есть они одноразовые. Я даже не знаю, стоит ли это открывать. Ключ от хранилища. Все, музыка. А, не. Я думаю, когда мы убиваем, музыка прекращается. Оно, видите, продолжается. Давайте, знаете, что сделаю? Давайте посмотрим. Давайте, так можно типа сделать, наверное. Так, сохраниться. Вроде нет никаких, да, мобарей. А, есть, твари еще там бродят. Давайте я открою, посмотрю, что там есть. И если там какая-то фигня, то я, наверное, возьму и загружусь. Не, не автосохранение, вот отсюда, вода. И посмотрим, как оно прям в тот момент, да. Не фигня, лечилка хорошая вещь, ребят, но она пока нам не срочно. У нас вот так уже есть одна такая в инвентаре штучка, да, так скажем, обезболивающие таблетки. И поэтому мы пока не будем открывать. Может, дальше там какие-то, может, какое-то оружие там будет, может, какие-то патроны будут, мало ли. Может, пригодится еще эта отмычка. Так, давайте пока их трогать не буду, пускай себе гуляют. Пускай себе бегают. Блин, переключается музыка. Это так охерительно, честно говоря. Разрабы сделали, это мне нравится. Он присосался к стенке. Это как это, знаете, как на морозе. Вот то язык, если прислоняешь к трубе холодной, то язык прилипает. У него на это та же самая проблема еще. Ну что, мы сейчас ему поможем. Оп. Уклоняемся, главное. И главное, по сторонам смотрим, чтобы со с другой стороны кто-то там не подкатил к нам свой язычок, блин. В бок, в бачок. Так, все, их с них подбирать ничего нельзя, да? Ну, кстати, вот у нас тут Папа Хэнкс какой-то. Тут у нас кафешка. Че, он может здесь тоже что-то интересное? А ну-ка. Да не. Какая-то дичь в стене. Блин, мне нравится, ребята. Я обычно хорроры не люблю, а здесь прям вообще классно. Какая-то сумка. Сумка, ребята, давайте подберем, и теперь у нас больше места, всего лишь на одну ячейку. К сожалению, ну, блин, тоже хорошо, тоже приятно. Это очень приятно, хорошо, классно. А это типа что, у нас недовольные клиенты тут собрались, да? Ну, сейчас мы избавимся от них быстро. Сделаем из них...
довольных. Вот тебе за поставленную оценку 3 звезд из 5. На тебе. Вот, блин, попал по мне, а? Зараза ты. Вот, блин. Ты мне что, хилки даешь? А хули ты меня, блин, калечишь? Так, сейф какой-то. Ого, началось. Ищи пароли. Открывай. Ой, блин, еще стоит, смотри. Он типа ожидает. Здесь как бы самообслуживание. Тут вам не принесут. Самое, на подносе вам заказ. Надо вот сюда, вот к кассе подходите, пожалуйста. Блин, я застрял. Стулья мешают. Кто, блин, какой-то живучий тварь, а? Все, сдохло наконец-то. Да реально, они, кажется, по-разному умирают. То есть, когда-то они бывают быстрее могут сдохнуть, когда-то дольше. Обезболивающие таблетки. Вот видите, я же сказал, ну, видите, мы и так нашли обезболивающие таблетки. И не обязательно было открывать и тратить свои отмычки на том шкафчику. Не, ну может дальше там будет много всяких отмычек. Много всяких разных отмычек. И тогда мы, может быть, пойдем, да, и откроем, и возьмем. И так далее, и тому подобное. Так что все это может пригодиться. Кстати, они стакаются, эти предметы, или... Не, не стакаются. Так что надо будет иногда скидывать в той шкаф наш, да? В ящичек с предметами. Так. Все на английском. Какие-то рекламы висят. Не, ну надо просто походить, мало ли, вдруг какой-то еще предмет тут найдем с вами. Так, сейф. Нажмите кнопки с цифрами на сейфе. Ну, блин, я не знаю пока никаких паролей. Так, что у нас по карте, давайте посмотрим. Угу. Угу. Вот там есть, кстати, такое закрытое помещение. Давайте попробуем туда попасть. Может, что-то там интересное и найдем. Так, вроде бы тишина. А, видите, тут еще какое-то ограждение есть. То есть мы с той стороны только могли попасть туда. Вот это уже интересно. Тут опять какой-то сейф или шкаф обычный. А, вот видите, давайте опять-таки используем наш же тот самый лайфхак и посмотрим, что у нас тут есть. Аптечка. Будем знать, ребята, пока не срочно. Пока я как-то, знаете, уворачиваюсь с ними, бьюсь, то пока нормально. Мне бы сейчас оружие какое-нибудь, потому что мало ли какая-то дичь новая нападет. Придется как-то отстреливаться, а не вот этой дубиночкой, да, бегать. От них. Кстати, они респаунятся, давайте посмотрим. Или они одноразовые все враги. О, вот это, кстати, приятно, что они не респаунятся, иначе было бы очень сложно. Так, там пускай гуляют. Там еще двое там, да, посетителя. Это уже побегают. А мы попробуем с этой стороны. Кстати, давайте пока что сюда закину. А тут описание есть? Незначительное восстанавливает здоровье. Давайте пока в хранилище, пока вроде нормально у нас все дела. А на карте, кстати, сундук, да, нарисован, видите, сундучок отмечен. Тут вроде бы тихо было, а ну. Кстати, смогу его лупануть, вот этот глаз? Да. Но я так понимаю, это не насмерть, да? Он все равно будет открываться и снова будет нас смотреть. Так, вот еще взяли, видите, как хорошо. Больше места надо оставлять себе, чтобы потом постоянно не бегать за тем сундуком, разгружаться, потом опять загружаться. А это лифт, что ли? Аудиосчитыватель. Диктофон. Не, диктофон у нас нема. Не, не лифт. Дверь закрыта на замок. Рядом какое-то устройство. Похоже, с его помощью я смогу открыть эту дверь. Ага, то есть надо что-то туда вставить, и дверь откроется. Ну, допустим, допустим. Как-то вот так. Бить по глазам. А, ну, посмотрим, откроется опять или навсегда закрылся? Не, закрылся, вроде не открывается больше. А если его посильнее побить? Может, что-то выпадет? Бим, глаз, да, выпадет. Хорошо. Так, тут ничего уже не осталось. Ну что, ребят, давайте на этом серии закончим пока что, да, ребят? Ну, как вам игра, пишите в комментариях, если вам понравилось и вам интересно, что у нас тут дальше будет. А дальше у нас, скорее всего, много чего будет. Смотрите, сколько тут комнат. И это, наверное, один из этажей, и дальше еще будут другие этажи и так далее и тому подобное. Уже в следующей серии будем больше, так скажем, проходить, ходить уже какие-то
монстров убивать и все остальное. То есть, и мне кажется, будет поинтереснее. Поэтому обязательно пишите свои комментарии. От этого тоже много чего зависит, будет ли продолжение или нет. Также еще комментируйте, прожимайте лайки, подписывайтесь на мой канал, прожимайте на колокольчик на все уведомления, чтобы не пропустить новые серии по этой игре и по остальным играм. Также еще есть телеграм-канал, дискорд-канал, ссылки будут в описании. Это те платформы, где вы можете даже со мной общаться и, в принципе, тоже получать новости по новым видосам. Спасибо, что смотрели до конца, ребята. Мне понравилась игра, надеюсь, вам тоже. Всем удачи, всем пока.